И еще одной проблемной зоной, которую многие у меня спрашивают, это бока. И как только вижу девушку в спортзале, делающую вот это упражнение, я хочу просто пойти закричать: пожалуйста, не делай. Помните, боковые мышцы – это те же самые мышцы. Если вы их начнете качать, да еще и с весом, как вы думаете, они становятся меньше? Нет, они становятся только больше. Бока – это лишние жировые отложения, и с ними бороться можно только с помощью правильного питания и правильно кардиотренировок. То есть, девочки, пожалуйста, не делайте эти боковые скручивания еще и с весом. Питание и правильные кардиотренировки. И у вас все получится.